Тебя учить работать надо, да? У тебя ЧП, а я только сейчас об этом узнаю. Может, включишь голову наконец и начнешь оперативнее принимать решения? Правда? А я контракты Леша, заказчиками привет. Твоими объяснениями буду обеспечивать. Игорь, да? Вахтангович. Ну что, наш там опять с позаранку колобродит? Так точно. Да, как собираешься решить? Рано поднял. А ты мне зачем? Четырех, вечером да. уже поздно. Злой? Вечером обычно. У меня заказчик трясти начнет. Понятно. Все, решай с ними немедленно. Сам! Понял? Это какая уже? Пятая. Я тебе... Все. Если ты не в состоянии организовать людей в цехе, может, поищешь другую работу? Все, жду отчет. Доброе утро. Ну что, принесли? Рекламное агентство «Юнион», директор Олег Приходченко. Мы с ним работали в одной газете. Политикой раньше занимались? Нет, но, в принципе, он человек с головой, я могу. Игорь Вахтангович. Да? У нас не раскрутка звездули, у нас выборы мэра. Я могу за него поручиться. Я не подопытная лягушка. Тимофей Ильич, Тимофей Ильич, помните пиар-компанию «Друбич банка»? Помню, но это же совсем другое. Ее вела Катерина Солнцева. Она будет вести и наш проект. Оператор, сними. Мы прямо воду из озера пили. Дети целыми днями купались. А сейчас вы понюхайте. Вы понюхайте. Люди уезжают отсюда, понимаете? Неожиданное развитие событий. Протестующих посетил мэр Дальнеморска Алексей Головин. Снимай, снимай. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы можете прокомментировать сложившуюся ситуацию? Сейчас мы подойдем к жителям и все. Уважаемые жители! Давайте с вами успокоимся. В лицо я снимаю. Ага, хорошо. Уважаемые жители, я вас очень прошу, пожалуйста, тише, успокойтесь. Тише, дорогие друзья, сигнал от вас получен. Да. Господин Талалуев, скажите мне, что у вас в районе творится, а? Сигнал к заводу отправлен. Скоро решим проблему. Да. Товарищи, да вы это пожалуйста. Год назад обещали. Ну, вы же понимаете, что это не решается так быстро. Ну, нужно как-то согласиться. Но мы вам обещали. Имейте такие вопросы. Катя, иди сюда. Подожди. Да подожди. Петь, ты чего? Брось, Катюха. Вырежу. Не твое, это шоу. А чье? Выборы. Фу. Слушай, ну ты вообще... Вот, что я могу сделать? Ну, записание... Мы разберемся, правда. Они игнорируют. Хо-хо-хо-хо. Ну что, навоевалась, Че Гевара? Олег, уйми своего зама. А ты что такая злая? Ты представляешь, сюжет об озере Головин проплатил. Ожидаемо. Так нужно что-то делать, он убьет город. У тебя есть возможность все изменить. Что это? Новый клиент, посмотри. Вот Света последний проект. Смотри, пожалуйста, проверь. Пяти девочек. О, Господи. Признала? Ну, Кольцов, владелец верфи и прочих заводов, газет, проходов. И новый кандидат в мэры Дальнеморска. Наш кандидат. Наш. 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 Вы спятили? Оба. Что не так? Что не устраивает? Мы нашли клиента, за встречу с которым бизнесмены платят сумасшедшие взятки его окружению. Послушай, на деньги Кольцова вся наша лавочка будет жить до второго пришествия. Ты поняла? Это же гиблое дело. Мы не занимались выборами. Мы угрохом свою репутацию, останемся на бабах. Солнцева, договор подписан. Черт, ну почему вы так хотите денег? Начинай креативить или увольняйся. Олег. Олег? Кать, этот год мы пашем на Кольцова. Заметь, не я это предложила. Удачи. Солнцева! Олег, Олег, я понимаю, вы друзья, но в этом деле нужен профильный специалист. Катя, это... Условия кольцо. О, черт! Откуда она его знает? А он?
Да, слушаю. А что с Кирюхой? Кто звонил? Уборщица. У тебя есть уборщица? Нанял. У Кирюхи приступы обострились. Черт её знает, на что аллергия. Вот и приходится через день квартиру вылизывать. Здрасте. Здрасте. Мальчикам все в порядке. Я ему дал успокоительное. Спасибо. Он так хрипел, он так кашлял, а я ничего не могла сделать. Я не могла найти этот ингалятор, все, лекарство. Успокойся. Успокойся. Ты ни в чем не виноват. Где платок? Вот. А нет? Ну, тогда сходи в ванну, умойся. Одна чайная ложка 3 раза в день. Принимать 10 дней. А вообще, вам увозить его надо. Ага. С нашей экологией только хуже будет. Угу. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так, спасибо. Куда же... Куда же они делись? Так, 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 так. Глянь, глянь в спальне у Яны. Яна его спрятала, я видела. Да нет, это тебе показалось? Ну, она до сих пор не отошла от той операции. Бывают проблемы с памятью. Ну, здесь тоже, наверное, сунула и забыла. Олег Николаевич. Да? Я что хотела сказать. Жена ваша навредить ребенку может. Что вы такое говорите, Дарья Ивановна? Я сегодня, когда она мне открыла, вижу, мальчик синий весь лежит, не дышит. Я говорю, умрет же, доктор вызывайте. А она говорит, я сама его лечить буду. И выгонять меня стала. Этой эзотерической лабудой, но она бы никогда не смогла причинить вред сыну. Катерина, оглуши. Готово. Марья Дмитриевна, Погляди на нее. Она еще думать изволит. Ну, и что? Молодец. Вот этот? И правильно делает. Угу. А вот некоторые не изволят. А им еще доклад по гравитационным волнам для Кембриджа писать. А они отлынивают. Проницательная ты моя. Закругляйтесь. А то остынет. Между прочим, никто, кроме меня, вот с этим антиквариатом не справится. Понятно? И не спорь. Угу. Нет, нет, на 13. Вот этот? Ага, да. Да. Это самое, я тебе рассказывал историю про то, как генеральный прокурор мне задолжал. Как-то он нас всех собирает у себя за городом, а он тоже любит раритеты, и вот ломается его кабриолет. А в это время его дочь начинает рожать. Дмитрий, эту героическую историю о спасении наследника прокурора мы слышали не раз. Да-да-да. Угу. Я предполагал. Так, а о чем это я? А, хватит думать. Мэром должен стать Кольцов. Понятно, Катерина Дмитриевна? За блинчиком сгоняй. Пап, но если он не лучше нынешнего? Любой лучше этого нынешнего взяточника. А может, кот Тимофей также будет набивать себе карманы? Кольцов богат. Зачем ему красть? Вот сын Веры Владимировны работает у него на верфи. Говорит, дисциплина железная. Звонок зазвенел, перекур. Другой, все дружно затушили. И на стапеля. И попробуй кто-нибудь опоздать. Полностью солидарен, маман. И жалование отлично. Вот, а Головин что? Вырубил.
парк под элитную застройку. Одобрил свалку около города. А завод удобрений, какой год небо коптит. А завод разве его? Маман, завод его? По бумагам, разумеется, отпрыска. Балбеса этого Василия. Вот, и что самое главное, попробуй только заикнуться об ужасающей статистике по поводу онкологии и аллергиков, сразу же говорят, не, все выбросы в норме. А если делаешь альтернативные замеры, говорят, что это провокация. Так что лучше Кольцов. Пап, но я не занималась политическим пиаром. Научишься. Освоила же пиар после своей психологии. По-моему, это полное безумие. Скажи своему Приходченко, что ты этого не умеешь. И не будь как мои студенты. А то, знаете, придумают себе опыт работы, чтобы получить должность в Москве. А потом, когда отовсюду уволят, плачут, нет денег домой вернуться. А она им посылает. И что? Человеку всегда надо дать второй шанс. Только не такому, как Головин. Совершенно справедливо, маман. Пап, если из-за меня потонет агентство, я себе этого не прощу. А если упустишь шанс спасти город? Простишь? Внимание. Так. Хорошо. Хорошо. Тимофей, что случилось вчера ночью? Глаза не опускайте. Короткий освежающий сон. Так. Прекрати, пожалуйста. Ты разбил зеркало. Случайно. Хорошо. Меняемся. А я слышала выстрел. Давайте я сяду. Продолжаем. Так. Тебе просто приснилось. Угу. Что происходит? Да, только в кадр смотрите. Тимофей, может быть, тебе нужна помощь врача? Обойдусь. Так, сейчас, секунду буквально. Я так больше не могу. Мы стали чужими людьми. Мне нужно с тобой поговорить. На сегодня все, спасибо. Хорошо. Стасик, и пришлите мне, пожалуйста, макет номера на утверждение. Да, конечно. Ну, говори. Тимофей, я хотела сказать... Ты мне просто нужен совет по поводу нового номера. Не сейчас. Алло. Привет. Я опять не смогла сказать ему. Молодец, что осталось. Нам без тебя крышка. Так что вот тебе первый бонус. Ешь печеньку. Это я сам готовил. Олеженька, я буду очень стараться. Да сделаем, сделаем. Наизнанку вывернемся, но сделаем. Алеша, это кто? Это... Минуточку внимания, коллеги. Я рад вам представить нашего сотрудника, Вячеслав Панин, консультант по выборам. Здравствуйте. Олежа, это зачем? Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скворцов прав. Я смотрю, ты освоился. Ну, какая-то подстраховка нужна все-таки. Олежа, я не собираюсь работать под надзором чужого дяденьки с чужими идеями. Ты сейчас опять? Опять. Или я отвечаю за процесс, или нет. А это наша прима, Екатерина Солнцева. Очень рад, что нам удастся вместе поработать. Но я думаю, что не в этот раз. Екатерина? Кать! Ну, если это так задело твое самолюбие, я могу отдать этого политолога под тебя.
Знаешь что? Я в рецепт печенья больше бы добавила сахара. А я перца. Пожалуйста, присаживайтесь. Юля Павловна Духовая, начальник нашей пресс-службы, сейчас подойдет. Ага. Вон там это она. А Кольцов нас представит? У него после эфира неотложные дела. Ну, мы ведь можем поговорить с человеком, которого хотим сделать мэром. Хотя бы глаза посмотреть. Солнцева, захлопнись. Вот отсюда прекрасный вид. Ближе можно? Мне нужно видеть, как он думает. Подождите, но Олег, мне нужно согласовать со службой безопасности. Алло, Леша. Ну что, что, у нас проблема. Да, понял. Стойте. Сюда нельзя. Почему? Из соображений безопасности. Моей? Не стоит волноваться, у меня есть газовый баллончик. Вы не могли бы его отдать? Зачем? А если террористы, и вы не сможете меня защитить? Прошу вас. Это больно. Пустите. Катерина Дмитриевна? Да. Я обеспечу вам любой уровень безопасности, если пожелаете. Садитесь. Говорить будем с вами. Вы ведь журналист? Тимофей Ильич, вы готовы пройти на грим? Конечно. Здравствуйте. Здрасте. Юлия Павловна. Сейчас все решим. Идите. Идите, идите. Екатерина, здравствуйте. Здрасте. Я Юлия Павловна. А, может быть, хотели поближе посмотреть, так сказать, крупным планом? Пойдемте. Но он сказал… А, это он шутит. Юмор у него, ну, такой. Пойдемте. Может, вы ему понравились. Тогда вам точно лучше уйти. Тимофей Ильич будет волноваться. Прошу вас. Внимание, до эфира 20 секунд. Господи. Все готовы? Тимофей Ильич, где Катерина? Крупнее надо было план. Готовы. Звук идет. С вашим выдвижением связаны большие скандалы в прессе. Вы действительно имеете отношение? А чего он такой зажатый? Это же прямой эфир. Нет, не имею. Ну а что в этом такого? Это же естественно. Он человек. Ну это просто смешно. Благодарю. Происки конкурентов? Может быть, но вы сформулируйте свои предложения. Мы обязательно их рассмотрим. Вы всегда были темной лошадкой. Такая закрытость не мешает бизнесу? Ой, сейчас. Понятно, Юль Павловна. Спасибо. Вторая камера наезд. Спасибо. На этот шаг вас подтолкнуло решение баллотироваться в мэры. У нас принцип поднятого забрала. Что-то вроде выборы с открытым лицом. Именно. Мы не скрываем никакой информации, отвечаем на любые вопросы. Что ж, давайте проверим. Взгляните. Тимофей Ильич, скажите, пожалуйста, а это правда, что вы начали свою головокружительную карьеру простым рабочим на судоремонтном заводе? До рекламы мы должны закончить весь первый блок. Тимофей Ильич, так насколько правы средства массовой информации? Они правы. Екатерина, может, вы все-таки посмотрите? А затем? А почему он мне улыбается? Первая камера. Кажется, что у него плохие зубы или скверный характер. И потом, долго думает, от ответа уходит с грации слона. Да и вообще его нельзя пускать в прямой эфир. Хорошо. Катя, предложи что-нибудь. А что с ним? С ним все в порядке? Ваша супруга в прошлом мисс Дальнеморск. Расскажите, пожалуйста, историю вашего знакомства. Тимофей Ильич, что с вами? Что с ним?
Тимофей Ильич. Надо что-то делать. Быстро давай рекламу. Уходим на рекламный блок. А что с ним? С ним все в порядке? Тимофей Ильич! Куда? Мне нужно с ним поговорить. Это исключено. Юлия Павловна, но он же угробит эфир, понимаете? Он боится камеры, закрывается. Я дам ему хотя бы основные рекомендации. Давайте договоримся, Екатерина. Наша концепция – это естественность. А вы занимаетесь организацией мероприятий и освещением их в СМИ. Это ясно? А по-моему, задача наемной пиар-службы заключается не в этом. Прошу прощения. Юль Павловна, спасибо за консультацию. Не смеем вас больше отвлекать. Мы еще тут осмотримся, с вашего позволения. Я все-таки надеюсь, что мы сработаемся. Юль Павловна, кофе? Внимание, 3 минуты до эфира. Второй аппарат не приготовится. Составишь мне сметы на оборудование. В твоих интересах это сделать сегодня. Все, спасибо. Тимофей, ну что случилось? Мы очень долго договаривались с каналом об эфире. У шоу высокий рейтинг. Ты прекрасно смотришься в кадре. Но чего ты встала и ушел? Все нормально. Сейчас продолжим. Я понимаю, ты устал. Кругом кретины. И эти... клоун этот Драшидзе. Ну зачем? Зачем ты их позвал? Я бы прекрасно справилась совсем сама. Юль, если бы я был в этом уверен, я бы не звал специалистов. Специалистов? Это кто, Солнцева? Или у тебя к ней другой интерес? У меня интерес один. Это победа на выборах. И я уверен, вы с ней прекрасно дополните друг друга. Потому что такие вопросы нужно решать лично со мной. Все, лично со мной. Перезвоню. Островая! Катерина! Я снова Солнцева, если ты забыл, Гриня. Ай-ай-ай, ну не обижайся, это я тебя так троллю. Если бы я обижалась, мы бы с тобой разбежались гораздо раньше. Да, куда уж раньше. Года со свадьбы не прошло. А если бы я знал, что ты руки распускаешь, так вообще бы за тебя не вышло. Все, 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 смотри, мы квиты. Кончай проповедь, Солнцева. Какими судьбами? По работе. Какой? Тайны мадридского двора, да? А я джекпот сорвал. Хочешь, покажу? Пойдем. Да нет. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Да. Пойдем. Сюда. Прошу. Так, подержу. Головин? Головин. Батя, иди сюда. Смотри. Сюда. Безработица и криминал. Город Дальнеморск находится в десятке худших городов России. Но вот кому выгодны эти антирейтинги? И самое главное, соответствуют ли они правде? Поговорим об этом с мэром города Дальнеморска Алексеем Головиным. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Начну сразу с народной пословицы. На язык пошлин нет. Что хочет, то и лопочет. Знаете, ты двигаешь Головина. Полный пакет. Второй выпуск пишем. Смотри, как работает. Моя школа. Ты даже стилиста взял? Васька, сын мэра. Бестолочь. Думает, что модельер. Ну, по крайней мере, в его тряпках Головин отличается от этого унылого кольца.
травой на грим. А, да, конечно. Кстати, не знаешь, какой идиот его взял? Да ладно. Ты что ли? На тебя хотя бы пытали? Мучили любимую таксу? У меня бордер-колли. Кончай издеваться. Да, я знаю, кот Тимофей не подарок. Ага. Но мне интересно. Значит, жажда наживы. Ну, можешь так думать. Все. Совет. Беги от него, пока не поздно. Внимание, до эфира одна минута. С этим мешком даже я ничего сделать не смогу. Ну куда ты поставил? Ну вот зачем? Ну зачем? Не, ну а хорошо же было. Ну ладно, обратно ладно. Ставь. Хорошо помню, как. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я вас долго искал и долго выбирал десерт. Только не говорите, что вы не любите сладкое. Обожаю. Поздравляю. С чем? Выявлен внутренний враг. Ну и что, что-то хорошего? Не придется вычислять во время работы. Ну, я боюсь, что духова не даст нам спокойно работать и даже близко к телу не подпустит. Но зато мэра будет пиарить сам Островой. Ого. Ну да, вы правы. Не вытянем. Ну, тогда пойдемте. Куда? Ну как куда? К Приходченко сдаваться. Вы не так поняли. А чего тут понимать? Пиарщицу, сделавшую компанию Друбич банка, сдула какая-то помощница Кольцова? Вы знаете о Друбич банке? Я очень многому научился на этой компании. Слав, неужели никто не видит, что человек с таким обаянием, как у нашего кота Тимофея, не может быть политиком? Никому не интересно, что у него под открытым заправлом. Кать, все видят, но боятся духовую. Может быть, она подруга жизни нашего кота? Значит, нужно убедить Кольцова учиться говорить на камеру в обход духовой. Да. Она клюнула. Смотри, на нее весь расчет. Ты говорил, в отношениях ей нет равных? Скоро окружение Кольцова начнет ей доверять. Допустят к нему, и наш информатор будет в курсе всего. Хорошо бы ее пристроить к нему в постель. Тогда будем знать пикантные подробности. Это вряд ли. А что так? Ну, она не содержанка, чтобы с деньгами спать. А че это мы закипели? Бывшую жалко. Из-за ее заявления меня выкинули с канала. Пришлось из Москвы свалить. Проситься назад на родное телевидение. Вы что, думаете, мне жаль ее? Нет. Просто я хорошо ее знаю. Да ты не волнуйся. Сделаешь, как договаривались, поставим у нас телеком командовать. Но помни, Головин ничего не должен знать. И ускорься по второму направлению. Делается.
Дарья Ивановна, а почему вы мне раньше не позвонили? Давно он у них? Я еще раз здесь увижу, я тебе ноги вырву. Понял? Олег, я тебя умоляю, пожалуйста, верни его. Верни его, пожалуйста. Ты не понимаешь, Кирюш таблетками не вылечить. Ты с чего это решил? Ну, у него повреждена аура. Это все из-за аборта, который ты заставил меня тогда сделать. Если ты сейчас пойдешь с ним, сына ты больше не увидишь. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Да, у меня три плана. Плановый техосмотр был? Конечно, Тимофей Ильич. Так почему ты вовремя? Да, в выходные увидимся. Тимофей Ильич, я же вам объяснял. Ну, сейчас я не могу. Поставщик, который... Да ты чего, шеф рвет и мечет. Ага. Сейчас. Мне пришлось, вы куда? Алексей, вы меня не помните? Видел, молодец. Хорошо. Хорошо. Вы меня обвиняете в воровстве? Я к Кольцову по поводу эфира. Катерина, мне кажется, я доходчиво объяснила все вопросы и предложения через меня. Но сейчас я не могу, у меня совещание. Тимофей Ильич, поверьте, это было досадное недоразумение. По шке у тебя досадное недоразумение. Уволен! Я пожалуюсь в суд! Попляшите еще! Уволен, я сказал! Так, пошел вон! Иди, иди. Жалобщик. А это что такое? Компромат. Кандидат в мэры выкидывает людей с работы. Как объясните? Уберите это немедленно. Юлия Павловна. Катерина, кажется, да? Да. А вы уверены, что имеете право снимать? А если я хочу голосовать за вас? Справедливо. Он вор. Ну, почти поверила. Зажал ремонт станков. В глаза смотрите, а не как сегодня в студии. Рабочему руку чуть не вырвало. Так лучше? Неплохо. Но надо работать. Когда первый урок? Я же вам объяснила. В нашей концепции... Юлия Павловна, подождите минуточку. Катерина, утром все ваши селятся у меня на время кампании. Завтра же и начнем. До свидания. Запись. Да я не снимала. Как нам лучше его подать? Брат, отец родной, заботливый хозяин. Он кто? Богатый самодур. Тихо ты. Чтобы понять, на чем играть, информации надо море. Ну, а у нас лужа. Кольцов очень закрыт. Плохо. Из шкафа могут полезть скелеты. Вот зачем ему геморрой с выборами? Отмывает черные деньги. Ты что-то нарыл? Слышала что-нибудь про Grand Ed? Что за зверь? Ну, Кольцов там каким-то боком. Вроде отели строит.
Беспредел какой. Зря извишь. О нем слухи нехорошие. Кидают? Хуже. Торговля детьми. Нужно достать как можно больше информации. Ты понимаешь, что если это правда, то его не в кресло мэра надо сажать, а за решетку. Угу. Пойдем. Съездишь, узнаешь про этот Гранд-Эд. А? Сегодня и поеду. Спасибо, Слав. Надо в камеру. Итак. Итак, вы идиот. В каком смысле? В прямом. Я считаю, что вы идиот. Докажите обратное. Очень любопытный у вас тренинг. Мы вам просто очень признательны. Что ж. Нужны ведь факты? Да. Вот здесь пишут. Кольцов один из самых богатых людей России. А теперь вопрос. Скажите, может быть такой человек идиотом? Идиотов с такими деньгами не бывает. Бывает. Но, скорее всего, он уже мертв. А что, я не прав? Да, наверное, вы правы. Ага. Оп, оп. Давай, давай, давай. На! Неплохо. Но ушли, потеряли контакт. Долго думали. Зритель уже решил за вас не голосовать. Попробуем еще раз. Что-то не так? Я с детства не люблю камеру. Мы это исправим. Кирюша, тише. Герой уже и про детство свое ляпнул. Давай! Пусть она узнает, кто ты есть на самом деле. Давай! Уберите ребенка. Извините, Тимофей Ильич. Ага. Катерина Дмитриевна, я боюсь, что такие опыты не для меня. Извините. Извините, это моя вина. Пойдем. Олег! Олег, стой! А при чем здесь ребенок? Тимофей Ильич ненавидит детей. Откуда вы знаете? Я поговорю с ним. Слушайте, я знаю о нем больше, чем его жена. И не стоит с ним разговаривать. Можете лишиться работы. И куда ты его? Домой, а там посмотрим. Да нечего смотреть. Давайте к нам, не в Немщиновку. Родители будут только рады, а? Катя, он не поедет. Он правду говорит? Ну что же у мальчишки такие все пугливые? Ну, один без папки ни шагу, другой от камеры шарахается. Кать, а что с котом Тимофеем? Дохлый номер? Нет, страх из детства, но в этом-то и проблема. Сам он ничего не расскажет. Заставь копать Панина. Я его другим загрузила. Быстро ты его приручила. Он добровольный, но я тоже кое-что нашла. Из чего следует, что наш Кольцов свалился с неба. Как это? Ни в какой 43-й школе он не учился. В ПТУ тоже. О родителях ни слуху, ни духу. В 16 пришел на верфь, и все. Странно. Детство обычно безопасный период. Че он боится? Что, в детстве в штаны, что ли, дул? Ой, извини. Пойдем. Да, солнышко. Сегодня не получится. Я тоже скучаю.
вляпались мы с тобой в самый черный криминал. А может, нас и вляпали в него. Молодой человек, колесо у вас спущено. Пробит, наверное. Спасибо. Угу. Черт.